Турнир «Возрождение» для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в самом известном парке курорта Ривьере на протяжении 12 лет. Сюда несложно добраться из других районов Сочи. Есть все необходимое для того, чтобы инвалиды-колясочники могли беспрепятственно передвигаться по парку. Организаторами соревнований ежегодно выступает Сочинская федерация армрестлинга, которая готова пригласить для участия спортсменов из других стран. Олимпиада принесла очень много, и вот этот парк Ривьера, он располагает очень хорошо к тому, чтобы здесь проводить различные мероприятия, в том числе этот турнир проходит у нас уже не первый год. В последний четверг августа традиционно в Ривьере открытые состязания. Для участников это не только борьба, когда они сидят друг против друга, сцепившись ладонями и упираясь на локти, стремятся прижать к столу руку соперника. Для сочинских инвалидов-колясочников это еще и всегда спортивный праздник. Тут же не только борьба, тут общение, старые друзья, которых я давно не видел. Но общение общением, а победить стремится каждый. В армспорте, как, впрочем, и в любом другом, без подготовки не обойтись. Вот уже несколько лет инвалиды-колясочники собираются в центре спортивной подготовки на Донской. Администрации города там для них выделено специальное помещение. Благодаря созданной в Сочи безбарьерной среде, они легко перемещаются в любую точку города. И свои сочинские победы в армспорте сегодня они, так же как российские олимпийцы, посвятили тем паралимпийцам, которых не допустили в Рио-де-Жанейро. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.